ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. О том, что это была за постановка, как прошла премьера у «Летучей мыши» и насколько сложно руководить народным театром, сегодня поговорим с его руководителем, с Юлией Власовой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу тогда о вас. Сколько лет вы в этом театральном искусстве, сколько лет руководите театром? Летучий мышью» 11 год, а вообще в этой профессии я уже 24 года. Или давайте разберемся с понятием народный театр вообще что это значит потому что я думаю каждый зритель трактует это по-своему народный театр это любой коллектив который вышел из народа или все-таки это звание нужно заслужить Звание народного дается самодеятельному коллективу, когда он достигает определенных высот, то есть когда у него есть дипломы с фестивалей, когда у него уровень такой достаточно высокий для самодеятельности, тогда он подает заявку на звание и приезжает комиссия обсуждает и если он достоин, то дает это звание. Звание нужно каждые три года подтверждать обязательно. И это то все есть... зафиксировано на бумаге? Конечно, да, с... там куча бумаг, делами. вот поэтому звание подтверждается, то есть это все очень четко отслеживается, то есть кому попало. Звания народного не дают, но, конечно, рядовой зритель обычно редко понимает, что это такое, и до сих пор есть люди, которые думают, что такое народный, народный артист uh -huh. что ли, вот не очень. А для того, чтобы быть Понимаю. художественным руководителем или режиссером народного театра, нужно иметь специальное профильное образование или достаточно иметь желание и Хотя бы какие-то тонкости понимать. Ну, зрении. конечно, профильное образование никому еще не вредило. Но есть масса людей, которые без образования этим занимаются. И я даже знаю таких людей, которые успешно этим занимаются. Ну, и В других городах. Ну, даже которых... есть профессиональный режиссер Кирилл Серебренников, который без образования театрального да, занимается профессиональным да, театром. Да. Хотя Я, считаю... да? я все-таки считаю, что без теоретических знаний очень трудно ставить грамотные спектакли. Юлия, хотела спросить вас об особенностях народного театра. Он сильно отличается народный театр от театра профессионального? Но прежде всего режиссер любительского коллектива народного, да, он все делает сам. То есть в профессиональном театре есть костюмеры, реквизиторы, звукорежиссеры, Завпост, литературная часть постановочная. То есть там режиссер раздает задание, каждый цех работает на спектакль, где мне приходится все делать самой. Костюмы придумаю сама, декорации сама, музыку подбираю сама, сценарий пишу сама, танцы ставлю сама и так далее. Вот. То есть, человек, который руководит театром любительским без помощников, он должен быть очень многогранным. И знаете, хотя бы по чуть-чуть, но обо всем. И это, я считаю, такая необходимая составляющая профессии. Вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать актер Народного театра? Любовью к этому, трудолюбием, но и темпераментом хорошим. Без темперамента очень сложно играть. Чтобы стать актером вашего театра, то есть двери вашей трупы открыты или все-таки нужно... Всегда открыты, всегда открыты. Единственное исключение, я, конечно, не беру людей с сильными дефектами речи, потому что я не профессиональный дефектолог и не умею с этим бороться. И у нас сейчас уже как бы стало 16-18+, то есть уже подростковый возраст и детей мы не берем. На чем сейчас работает театр ваш? Ну вот у нас вышел спектакль буквально позавчера, а следующий мы начнем только после майских праздников, но это пока секрет. А что касается репертуара, где и что в ближайшее время можно увидеть из ваших спектаклей? 29 марта мы играем в Руклубе, в 19.30, 30, 30 мы играем в Стекольном тоже в 19.30, и 13 апреля мы приедем на Восковск вечером. Всех приглашаю. Спасибо, Юлия. Я желаю вам легкой премьеры, хороших спектаклей, добрых зрителей Спасибо. отзывчивых. с Днем театра вас Спасибо. и мы продолжаем наш выпуск новостей.